Всем привет! С вами любимая компания Электромоторы. Сегодня мы посвящаем наш видеоролик осевому вентилятору Бахчеван серия 4М. В данном видеоролике 4М350B. Данные вентиляторы относятся к охлаждающим вентиляторам. Данную модель у нас заказал клиент в автомастерскую. Как вы видите, клиент также заказал регулятор оборотов. Он в комплект поставки не входит. Вы его докупить можете отдельно. К данной модели подходит BSC1, так как он предназначен для электроприводов до 400 Вт. Если свыше 400 Вт, тогда это будет BSC2. Значит, что примечательного в этом вентиляторе? Вентилятор турецкого производства. Буква B в маркировке обозначает, что он работает не на... Сейчас я вам покажу. В каталоге у нас тут красиво все расписано. 4МС это на всасывание работает, Б это дутьевой, то есть другую сторону, в противоположную. Вы можете заказать модель с маркировкой S на всасывание, которая работает, или Б. В данном случае у нас серия Б, 4М350. Значит, давайте его откроем. Вот он приходит в такой коробке заводской. На вентиляторе, на самом, расписано основные технические характеристики: модель, мощность, токи. Вот написано, что сделан он в Турции, достаточно хорошего качества, покрыт порошковой краской, написано направление движения вентилятора. Вот все слышите, никаких посторонних звуков, ничего нет. Значит, круглый фланец у него, получается круглое крепление. Комплект, давайте, да, комплект крепежных болтов в комплект не входит, то есть вы уже сами его размещаете, как вам необходимо. Гарантия на такой вентилятор составляет... Клеммная коробка. Вот. Клеммная коробка. И привод сзади у нас вот этот блок. Вот такой компактный. Также примечательно то, что вентилятор Бахчеван работает довольно-таки тихо. Вы можете уточнить у нас информацию в децибелах на каждую модель. Конечно, намного китайских. Если вы видели, мы снимали видеоролики о вентиляторах Sigma. Это бюджетный вариант, если у людей нет много денежных средств, чтобы там хорошо обеспечить вентиляцию, то тогда покупают китайского производства. Они тоже служат неплохо, но намного меньше. Видите, как завертелся. Даже не нужен ему электропривод. Достаточно порыва ветра. Вот, 12 месяцев гарантия на такой вентилятор. Конечно, вечный двигатель. Ветрогенератор. Заказать вы сможете у нас по телефону такой вентилятор, по телефону 5300-38. Звоните, спрашивайте Анну или Викторию. И напоминаем, что цены на нашем сайте не окончательны, вы можете торговаться и обязательно получите скидочку.